Знаете, в чем прикол? Вы понимаете, какая абсурдная ситуация? Ну, вот такая вот ситуация. Ладно. Знаете, в чем прикол? Полицейский, офицер полиции, встречает какого-то непонятного вообще мужика, которого она впервые видит. Страж порядком, понимаете, да? Встречает какого-то мужика непонятного, в непонятном каком-то кафе, в котором ни хозяина, никого нету абсолютно, средь бела дня. И дает ему просто, да, вот просто мужик как вот сидит, слушай, давай я тебе твой ствол дам какому-то левому мужику. Вы понимаете, какая абсурдная ситуация? Ну вот такая вот ситуация. Ладно, ладно. Как мы тогда моим другом? Светы призричат. Я люблю наказывать. Как мы тогда моим другом? Ладно. Помню, с бабушкой гуляли по городу. Это было просто пушка. Гуляли. Я когда приходил к другу школьному, я очень любил приходить к нему домой и играть с бабушкой, Я брал самую быструю тачку McLaren F1. Разгонялся до 300 км в час с бабушкой, и просто, блин, я разогнался до 300 км в час на McLaren F1 и врезался, и она улетела нахрен. Как мы тогда с моим другом? Светы призрича. Я люблю наказывать. Как мы тогда моим другом? Я когда приходил к другу школьному, дичайший кайфовал, ладно, хрен с этой игрой, давайте следующую.